В следующие выходные вся страна будет отмечать широкую масленицу. В городском округе праздничные мероприятия пройдут 9 и 10 марта. Химчан ждут игры, забавы, спортивные состязания во всех микрорайонах города. Основная площадка праздника – парк имени Льва Толстого. 10 марта с 2 часов дня заработают праздничная ярмарка и тематические площадки. Будут работать аттракционы, можно будет принять участие в конкурсе, который называется «Метание валенка», и получить за это замечательный приз. Будет работать масленичный столб, на котором можно забраться и получить различные призы. От сковородок, валенок и дальше до какой-то бытовой техники. Будут работать, естественно, концертные площадки, где можно будет попеть, потанцевать, поучаствовать в каких-то конкурсах. Спортивные соревнования, где можно командами, семьями или просто принять участие в перетягивании каната и также получить какой-то приз. Также каждый гость праздника сможет бесплатно испечь блины. Специальную площадку оборудуют возле фонтана. Всего же организаторы планируют приготовить более 40 тысяч блинов, а завершат праздник традиционным сжиганием масленичного чучела.